Добрый день, дорогие мои подписчики, а также гости моего канала «Сама себе огород». Друзья, спешу поделиться своей радостью, так как у меня уже закончился ремонт в ванной комнате. Но перед ремонтом у меня стояла такая задача. Думала, и ванну хотелось саму поставить, и хотелось кабину душевую. И у меня еще все было под вопросом, что же мне делать. Пригласила мастера, и все решилось быстро. Он показал, что сделал дома у родителей своих родных. И мне очень понравилось. Вот такая кабина с перегородочкой из плитки. С таким вот поддоном. Трап такой вот и пол с уклоном. Вот такой получился у меня душ, вернее, душевая комната. Это метр на метр. Здесь как раз хорошо вместилось. Будет устанавливаться унитаз. Потолок у меня из пластика. Уже установилась, повесили бойлер и установили насос с фильтром для воды. Вот так выглядит моя ванная комната. Осталось установить всю мебель. Вентилятор. Вот здесь цепочка. Включил, нужно выключил. Так выглядит моя ванная комната. Я очень благодарна специалисту, работает он очень щепетильно ко всему относится, все делает очень качественно. Так что, друзья, у кого стоит еще такая задача, возьмите себе на заметку, что здесь очень удобно, даже можно зайти вдвоем, помочь, например, старенькому человеку помыться, или который человек плохо себя чувствует из родных. Это очень удобно. А уже в душ, то есть в кабину душевую, там уже вдвоем не зайдешь, никому не поможешь помыться. Вот и все, друзья, о чем я хотела с вами поделиться. Кому понравилась публикация, ставьте пальчик вверх, не забывайте. Подписывайтесь. Так как я еще обязательно покажу, сделаю одну публикацию, когда уже будет стоять вся мебель. И все будет установлено. Теперь я с вами, друзья, попрощаюсь. Всего вам доброго, будьте здоровы, до новых встреч.